На верность Родине сегодня присягнули 339 первокурсников Донецкого юридического института. 118 девушек и 221 юноша. Будущие правоохранители признались, принимать присягу в 70-ю годовщину освобождения Донбасса особо волнительно. Товарищи подполковник, курсант Кудрейко, для принятия присяги противника органов внутренних справ прибыл. Приступите до принесения присяги. Это очень волнительный момент сегодня. Мы его долго ждали, долго готовились к нему. А как готовились и что вот сегодня? Ну, мы готовились, здравая подготовка. Вот сам процесс этой провождения, ну, присяги сегодня.